стоп. Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Роман Лиманский. Здравствуйте! Спасибо, Господи! Роман, послышали мы песню «Аве Мария». Прекрасная песня, которая раскрывает возможности твоего голоса. Ты, наверное, осознаешь, что твой голос – это дар Божий. И вот расскажи мне, как появился в твоей жизни, как появилась в твоей жизни песня, как ты ощутил свой голос? Ну, пою я, можно сказать, с рождения, с пеленок, потому что у меня вся семья музыкальная. У меня родители работали в цирке, тоже и пели, и танцевали. Да, но, значит, а как образование, как это все? Образование я получил только недавно. А всю жизнь
пел сам по себе. Просто хотелось петь. Да. То есть ты все время с песней по жизни. По жизни. В детстве, в юности, где-то ты выступал, какие-то конкурсы были. Конкурсы, да. 7 лет начал по конкурсам. Ты бы, наверное, был как Робертино Лоретти, да? Был такой, да, сначала. У меня вообще 3 ломки было. Голос, да? То есть голос сначала маленький, когда был. Вообще, как Лоретти, да. Дисконт какой-то, да. Да. Потом появился, как у всех, баритон. А третий и тенор появился, и баритон появился, и фальцет. А как это особенности голоса, вот уходить наверх, это фальцет, да? Или микс? Или это микс у меня, да. Просто я как бы этого не знал, что у меня есть вот после 3-й ломки. А как-то мне попалась песня Витаса, такой исполнитель есть, «Лист осенний». И вот я как-то ее спел и вытянул все ноты, которые поет он. Ну, и так понял, что надо не развивать. А ты думаешь, это каждый может певец или это особенности голоса? Мне кажется, не каждый. Это надо диапазон большой иметь. Мне так иногда хочется ноты высокие спеть, а у меня нет этого. Это вообще развивается или это дается? Ну, оно развивается, но я как бы, не знаю, с лету ее начал эти ноты эти брать высокие. Вот как-то без этого. Если бы я бы развил, может быть, еще бы было. Ты родился в цыганской семье? Да. Да? У вас какая-то династия или что это? Как? Вот лиманские. Нет, откуда они, лиманские, взялись? Ну, лиманских много. Много? То есть, это фамилия такая как бы распространенная. Но у нас тоже династия лиманских есть, которые вот все артисты, циркачи. И то есть, ты из этой среды? Фамилия, да. Ясно. А Петербург как появился в твоей жизни? Женился на петербурженке, тоже цыганка, и переехал сюда. Угу. Ну, а так вот ты православный? Да, конечно. Крещеный? Да. Вот. А как вот ты вообще ощущаешь свою... Вот, есть у тебя гражданская позиция? Как ты ощущаешь, вот цыгане, как себя ощущают в России? Я себя ощущаю российским человеком, православным. Это не значит, что там какие-то устои есть цыганские. Как стандартный человек Российской Федерации, стандартный русский язык, человек. Да? Русский язык? Русский язык. У тебя русский и цыганский, да, язык? Да. А на цыганском языке вот ты дома разговариваешь или где-то в какой-то среде, да? В среде в своей как бы собираемся компанией, да, разговариваем. Но это сейчас... Наверное, молодежи это редко, когда вот ну, ты ощущаешься гражданином, да, России? Конечно, конечно. Любишь Россию? Я здесь родился, я здесь и останусь. Вот. А есть у тебя какая-то патриотическая песня, вот, чтобы ты мог как-то подтвердить свои чувства? Да, вот у меня есть песни, которые я буду еще петь. Это очень хорошая патриотическая песня, называется «Сыны России». Угу. То есть сейчас ты можешь ее исполнить, да? Да, конечно. Хорошо. Вот звучит песня «Сыны России». Свои ранее в цвете младенческих лет, вашими страшными ранами вновь обогрелся рассвет. Звезды на небе погасли и побледнели поля, и молодыми прекрасными вас погребала земля. Мать Россия, где твои сыны? Их косила ненависть войны. Над Россией моей вечный стон, купол синий, колокольный звон. Где же вы, юные войны, вся богатырская рать? Так же, как деды достойные шли на кресте умирать.
плачут отцы ваши, матери, мальчиков им не вернуть. Только за славною братьей ангельски стелится путь. Мать Россия, где твои сыны? Их косила ненависть войны. Над Россией моей вечный стон, купол синий, колокольный звон. Где же все наши солдатики? Там же, где мученик царь. Сколько с тобой мы утратили, это вещает звонарь. Верю я в русское чудо, час возрождения придет. Будет Россия, покуда жив православный народ. Мать Россия, мы твои сыны. Ты прости нам океан вины. Над Россией колокольный звон. Сколько силы и надежды в нем. Господи, помилуй. Роман, хотел бы тебя спросить, вот как в твоем репертуаре появилась эта песня, вот как ты нашел автора, и где ты ее исполняешь, может, на конкурсе каком-то она прозвучала, как ты ее готовил? Я просто послушал, есть одна замечательный поэт-композитор, автор-исполнитель София Никулина, и мне вот мой как бы, директор Татьяна предложила эту песню спеть. Она мне понравилась, и вошла в душу, как бы я ее прочувствовал. У тебя сборник есть, да? Вот? Да, конечно, сборник может, есть, смотреть. Могу показать. А откуда вот, автор? Ну, это автор с Брянска, с Рязани, Рязани, да, рязанский автор. Угу. То есть, вот получилось так, что эту песню как-то 5 лет назад на одной из православных выставок нужно было собрать одному маленькому ребенку 5 лет деньги на операцию. И вот надо было, чтобы прозвучала именно песня Софии Никулиной. Но так как она не смогла быть, и вот как бы нашлось то, что совпало, Татьяна мне дала эту песню, чтобы спеть вот на этой выставке. И деньги собрали. Да. А помогли, да? Конечно, помогли. Вот, вот как можно, да, как, так сделать, чтобы и песня помогала людям? Песни «Строить и жить» помогает. Вот, а, ну, расскажи, как ты живешь? Тут трудно жить. Вот, можно ли музыкой, песнями сейчас зарабатывать материально это? Сейчас трудно, конечно, трудно. Да? Трудно, но это мое ремесло. Я только это и умею, этим живу. Ну, как-то... Бог дает. Ну, а как-то держать себя? Ведь это же достоинство свое, уровень. Вот, чтобы... Стараюсь держать уровень. Люди знают меня, то есть приглашают на мероприятия. Ну, ты участвовал в разных конкурсах, да? Это да, помогло тебе какой-то статус приобрести? Да, конечно. А какой вот самый такой был конкурс, который... Это вот... Конкурс был по «России-1» 2 года. 2 года назад показывали. И это телевизионный конкурс. А самый такой конкурс душевный для меня, для души, это в Невской лавре конкурс был, фестиваль Александра Невского. И я там стал лауреатом первой степени. Да. Ну, пришло время следующей песни. Как называется она? Следующая песня тоже Софии Никулиной. Она называется «Мать-Земля». Мать-Земля. Послушай. Конечно.
землю русскую, ширь полей тропку узкую, гладь хлебов и небес простор, и молчание трав, и печаль озер. За ее церкви белые, за луга, где мы бегали, за красу необъятную, землю священную и благодатную, земля моя, сердцем скорбящая, благословенная, Русь уходящая, люблю тебя, небом избранную, землю великую, Русь покаянную. Не мила Русь старинная, свет лампад платья длинные, жар молитв, реки слезные, помнит мать-земля битвы грозные. Смерть приняв с верой правдою, ограды кровью праведной полегла рать былинная, всех приняла земля и не отринула. Земля моя, сердцем скорбя, благословенная, Русь уходящая, люблю тебя, небом избранную, землю великую, Русь покаянную. Русь жива крестной силою, сам Господь землю милует. Под покров Богородицы ты склонись, моя Богомолица. Родина многозвонная, доблестью освященная, распрямись, Русь державная, ты сохрани себя, православная, земля моя, Всетец одетая, благословенная, в песнях воспетая, люблю тебя, небом избранную, землю великую,
Русь православную. Ты сохрани себя, Русь православная. Прекрасная песня, вот, прекрасный автор. Вот ты вот собираешься дальше как-то вот расширять этот репертуар? Конечно, я сейчас тоже слушаю. У Софьи Никулиной еще много есть песен, которые мне хотелось бы сделать. Опять же, это надо слушать, надо вникать, надо душу туда вкладывать, чтобы просто она так получилась. Да. Просто так я петь не могу, как бы мне дали текст, выучи, спой. Нет, мне надо ее прочувствовать, песню. Ну, это правильно. А так вот сейчас я обычно, знаешь, на исповеди прошу, а какое у вас сейчас душевное состояние, состояние вашей души, как вы считаете? Ну, я задаю этот вопрос такой человеку, и человек начинает думать, что он сейчас за душой. Ну, так, на душе как? Легко, тяжело, трудно? Пока тяжеловато, потому что я как бы человек семейный, у меня трое детей. Надо думать, где брать на средства, да? Средства, чтобы прокормить их. А сейчас трудно. Трудно. Надо как больше тебе концертов. Надо, чтобы тебя больше узнали люди. Да, я к этому стремлюсь. Вот. Потом можно как-то куда-то устроиться, так, какую-то на работу постоянную, во Дворец культуры или куда-то еще так, наверное. Есть, но пока не буду говорить, а то... Секрет. Ну, надо попросить телезрителей, чтобы они за тебя помолились. Это чтобы Господь тебе послал такую работу, чтобы ты мог и содержать семью, и в достатке был, и чтобы у тебя было время на творчество. Потому что вот с таким голосом, который тебе Господь даровал, конечно, можно воспевать Россию, можно петь цыганские песни. Ну, я думаю, что можно как-то вот самореализовываться, чтобы тяготы вот житейские не мешали тебе. Да, вот работа как раз, которая у меня будет, она тоже творческая. То есть то, что я умею делать и люблю. Дай это Бог. Это будет. Дай Бог. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами был Роман Лиманский. Божьей всем помощи, Христос воскресе! Воистину воскресе!